Здравствуйте, дорогие друзья. Несколько слов по поводу самоизоляции. Мне кажется, что это время пролетает на самом деле довольно быстро, очень даже незаметно. Как я провожу свое время? Ну, в основном с книгами. Много читаю, слушаю много музыки, погружаюсь в изучение нового материала, новых партитур. И вообще, думаю, что сейчас очень хорошая возможность как-то успокоиться, сосредоточиться, уйти в себя, поразмышлять. Это очень большое дело, ведь в обычной повседневной жизни нам этого очень не хватает. И мы даже, я думаю, упускаем очень много важного. Из-за суеты, из-за перелетов, концертов, гастролей, разных программ. И так неделя за неделей. И причем мы упускаем важное не только в искусстве, но и в самой жизни. И вот сейчас как раз тот момент, когда можно спокойно обо всем подумать. Может быть, даже какие-то вещи пересмотреть. Так что вкратце, как-то так я провожу свое время, в общем-то, в искусстве и в мыслях. Своим друзьям и коллегам хочу передать большой привет. С нетерпением жду нашей встречи на сцене очень скоро. И с нашей любимой публикой, которая нас ждет. И мы ее тоже очень ждем в концертных залах. Так что берегите себя, друзья. Скоро мы увидимся. Будьте здоровы. И до встречи.